Друзья, приветствую вас всех и каждого. Самарская область, Нефтегорский район, село Бариновка и ветряная мельница 1848 года. Единственная из сохранившихся в Самарской области, а для России она старейшая, работающая ветряная мельница, которая находится на месте изначальной постройки. Нетрудно подсчитать, в этом 2023 ей исполнилось 175 лет. Ее отреставрировали, вокруг создали этнопарк, но сейчас середина осени, погода, как видите, нелетная. Мы были проездом, поэтому пока только внешний вид, ну а в следующем году летом заедем еще, сходим на экскурсию, снимем видео изнутри, ну а это видео можно пока считать за превью.